Откровение и Вознесение. Вознесение. Помните мистическое вознесение пророка на седьмое небо из Иерусалима? Да. Так вот, на шестом небе Мухаммеда встретил Муса, которого иудеи и христиане называют Моисеем. Увидев пророка, Моисей заплакал. Почему? Можно отвечать? Прямо не думая? Не боитесь? Не боюсь. Тогда отвечайте. Моисей заплакал из-за того, что он считал, что его последователей будет меньше, чем последователей этого человека, который сейчас возносится на небеса. Я плачу, объяснил Муса Моисей, потому что вижу преемника, которому предназначено ввести в рай больше людей из своего народа, чем мне удалось сделать со своими отпадшими от веры сынами Израиля. Вы довольны, Ваша честь? Конечно. Следующее ключевое слово – явление. Ангел Джабраил 12 раз являлся Адаму, 42 раза являлся Ибрахиму, Аврааму, 400 раз Мусе, Моисею, 10 раз Иссе, Иисусу, а сколько раз Джабраил являлся пророку Мухаммеду? Прошу. Андрей Бурмасов, село Суда, Пермский край. Пророк Джабраил являлся к Мухаммеду 24 тысячи раз. А? Без комментариев, отличный второй, ответ. Второй год участвует. Не удалось поступить в МГИМО, хотя был призером. Вы справедливый судья, это видели миллионы наших телезрителей. Спасибо. Будьте справедливым, проректор. Спасибо. Орден, конечно.